Смелым и непростым назвал член общественной палаты Юрий Балабонов решение главы КОМИ отправить правительство региона в отставку. Свое решение Владимир Уйба связал со стратегическими задачами развития, которые предстоит решать новой команде. Это диверсификация экономики и реализация программы социально-экономического развития региона. С позиции управления я считаю, что на определенных этапах нужны определенные команды. Видимо, скажем так, этап этой команды завершился, и глава подбирает, видимо, людей уже под новые задачи, под новые цели. Вообще, я скажу, это право губернатора, да, формировать команду. Никто не говорит, никто не дает оценку, плохо или хорошо работала команда. В целом, я так понимаю, что прошел некий этап, закончился. Начинается новый этап в деятельности нашего главы республики. Соответственно, подбираются новые люди под новые цели, под новые задачи. Юрий Балабонов отметил, что сменяемость в команде – это признак того, что все идет рационально. Правительство КОМИ работало в непростых условиях – эпидемии коронавируса и экономических потрясений.